Ну, как известно, с середины XIX века, примерно в течение 60 лет, на Кавказе издавался Кавказский календарь, так называемый. Этот Кавказский календарь ежегодный выпускались, где обозначались и указывались все чиновники, все лица, занимающиеся определенные посты и имеющие свои ранги по службе, и они отражали, их фамилии отражались в этих календарях. В данном случае передо мной одна из этих книг 1898 года календарь, в котором при раскрытии сотрудников Зангезурского уездного полицейского управления, вот у пристава, как помощник пристава, значится, вот видите, Бахрамбек Мелик Аббасов, это занимавший тогда пост переводчика в резиденции полицейского начальника. Это я хотел добавить для того, чтобы лишний раз показать, что вот чиновничье положение Бахрамбека, оно не было просто рядовым, там, чтобы никто не замечал или никто не решал с ним какие-то свои проблемы местного характера, личные или другие. Документ это официальный, и в таких календарях многие тысячи азербайджанских чиновников отражены здесь. Как я уже рассказывал об Абдурагимбеке Ахвердове, много его изданий, написанных о его литературной деятельности, они печатались и в порядке как литературные его произведения, также и описывали его биографические данные. Вот у нас много в доме сохранились книги, написанные отдельными учеными Азербайджана, которые хорошо его знали, близко с ним сотрудничали. В данном случае вот самые давние издания этой книги у нас это 1936 года. Вот видите, здесь эта книга, в которой отражаются его избранные произведения. О них рассказывает тогда еще работавший академик в Академии наук литературной наш ас, как говорится, это был академик Мирджалал Пашаев. Эта книга осталась у нас от супруги Абдурагимбека Ахвердова, которая хранила эту книгу у себя дома. И после смерти Абдурагимбека она передала на хранение в наш дом. Здесь академик Мирджалал Пашаев пишет о многих его произведениях, о Мячах Каджаре, о произведениях, сказочных произведениях, о тех материалах, которые публиковались и в журнале «Молла Насреддин», о котором я в своем выступлении уже говорил, что Абдурагимбек был членом редколлегии и редактором одного из отделов. В этом удивительно красивом, удивительно юмористическом таком журнале, где вот, которым руководил тогда известный нам всему нашему народу азербайджанскому Мирзетялиль Мамед Кулизаде. Я о нем тоже хотел бы сказать, что Абдурагимбек очень дружил с этой семьей, и с Мирзетялилом он еще в Тбилиси, даже при выходе первого издания этого журнала,
они вместе в Тбилиси готовили вот к выпуску этот журнал. Должен сказать, что Абдурагим Бек еще в юные годы учился Мирза Джалилом в Шуше, в реальном училище, а потом они продолжили свою учебу, правда, разновременно, но в Тифлисе, и там они продолжали свое сотрудничество. И Абдурагим Бек очень близок был с этой семьей, а супруга Мирза Джалила, Хамида Ханум, она очень образованная женщина была, дама светских такой направленности, и она владела французским языком и очень хорошо знала литературу, знала труды своего супруга Мирза Джалила. Хамида Ханум, я еще был маленьким ребенком, очень дружила с моей мамой, потому что Абдурагим Бек всегда, когда ездил, куда бы он ни ездил, всегда брал с собой мою маму, супругу и так далее. Семейно они так выезжали. Он и во Владикавказе был с моей мамой, где она продолжала учебу, и в Ереване, и в Ташкенте, то в это самое, в Дербенте, и в других городах, куда его не посылали. Я рассказывал о том, что Грузии Абдурагим Бека назначили уездным начальником в Боршалинском районе. Потом его избрали депутатом парламента Грузии. Все эти связи, они помогли семье Абдурагим Бека найти большой круг и познакомиться с большим количеством людей, которые его окружали тогда. Это Хамида Ханум часто бывала в нашем доме, делилась с мамой, они очень дружили, и я был как-то свидетелем вместе с мамой, мы ходили к ним домой, где они жили, это недалеко от Тазапир-Мечита, сейчас квартира эта является музеем Мирза Джалила Мамед Кулизаде. И там нас очень тепло принимала Хамида Ханум. Вот. Я всегда остерегался ее, у нее был такой строгий очень вид. И я всегда говорил, что эта Хамида Ханум очень похожа на классную даму. Это такое было выражение, когда в те годы были учителя, которых называли классная дама. Это как бы старший учитель в этом классе. Потом мы, то, что в Тбилиси были очень много, окружало друзей, их Джалил Мамед Кулизаде и Абдурагим Бек Ахмедов, я в своем выступлении немножко коснулся. Вот это был Азиз Шариф, который написал о Молла Насреддине в журнале. Он и расписал всех его главных участников, как главного редактора этого журнала, так и его членов редакционной коллегии, и в том числе Абдурагим Бека Ахмедова. Но спустя многие годы я с ним встречался, с Азиз Шарифом, который мне часто рассказывал о встречах с Абдурагим Беком и дружбе с ним, несмотря на то, что Азиз Шариф, конечно, был моложе Абдурагим Бека, но Абдурагим Бек к нему относился как с очень такому способному журналисту, и который писал о Мулла Насреддине, о журнале. Вот в этих книгах, одна из них подарена мне Азиз Шарифом в 68 году, а другая в 77. Оба раза мы с ним встречались здесь, в Баку. Ну, здесь дарственная надпись есть Азиза Шарифа, она на азербайджанском языке, но
в общем-то, он выражает свое удовлетворение, что имеет возможность подарить молодому другу, он имел в виду меня, другу Тофику Мелик Аббасову, который является наследником так, великого писателя азербайджанского Абдурагимбека Ахмедова. В обеих дарственных надписях примерно содержание одно и то же. Да. Я очень дорожу вот этой дарственной надписью, этими книгами Азиза Шарифова покойного, который одну книгу подарил мне здесь, в Баку, вот эту, а вторую, про прошедшие годы, который называется так, он подарил мне в Москве, когда я с ним встретился. Азиз Шариф тогда был, заведовал кафедрой в Московском государственном университете, кафедрой литературы. Далее я должен сказать, что об Абдурагимбеке. Передо мной здесь одна так, научная работа профессора Диляры Ханум Сеидзаде. Она в своих трудах она защищалась на эту тему азербайджанские депутаты в Государственной Думе России. Она описывала годы, буржуазные годы Азербайджана. И вот как раз эти люди, о которых она пишет, они были активными людьми, которые были потом избраны в Государственную Думу России. Вот здесь, на этой странице, здесь есть и Абдурагимбек Ахмедов. Он был тоже представителем от Азербайджана, одним из пяти первых представителей Азербайджана в Российской Государственной Думе. Об этом писалось много, но в данном случае я хочу здесь отметить особо, что Диляра Ханум своей это, какой, очень ценной такой научной научной работе она описала вот эти годы, когда Абдурагимбек Ахмедов в Государственной Думе совместно с другими, как Топчебашевым и другими, принимал активное участие. Но должен сказать, что эта научная работа, она написана Дилярой Ханум. Но я хотел добавить, что Диляра Ханум является двоюродной сестрой моей супруги, и она очень дорожит, мы дорожим ее отношением к нам, в нашей семье. Она часто бывает у нас, она рассказывает о своих трудовых, о своей трудовой деятельности, педагогической. Она сейчас, кроме этой самой официальной работы, работы в президентском аппарате, она также преподает студентам Западного университета. Вот мы часто обмениваемся вот этими ее научными достижениями. Кстати, я должен сказать, что вот Диляра Ханум, учитывая просьбу значит, директора музея миниатюрной книги, она вот свою эту работу, диссертационную работу, где описывает азербайджанских этих самых вот участников Российской Думы, азербайджанцев, она тут более широко пишет о них, она рассказывает о их деятельности, она, но это было издано в миниатюрной книжечке, которая сейчас находится в музее. Вот Диляра Ханум написала здесь собственноручно дорогим Адибе, это моя супруга, ее сестра двоюродная, и Тофику, а это я, на добрую память от Диляры. Это было в 96-м году. Учитывая вот наши, значит, родственные связи, директор музея миниатюрной книги Салахова Сарифа Ханум попросила меня написать об Абдурагимбеке небольшую, маленькую книгу и
описать его, о жизни его, самые такие интересные вещи. Вот я постарался в 2006 году еще, постарался написать вот такую маленькую книжечку, которую назвал «Бахсиз Джаван», это в переводе «Несчастный юноша». Почему я так назвал ее? Потому что одним из первых произведений Абдурагимбека это была именно такая книга. Он написал «Бахсиз Джаван», и надо дать должное, это мама мне рассказывала, что в основном он вписал туда все тяжелые годы его молодых жизней, жизни молодости. Но здесь он это переслал, конечно, на других героев и так далее. Кроме этого, здесь я не описываю это произведение. Я здесь пишу о том, как жил, как продолжал работать, действовать Абдурагимбек Ахвердиев. Он здесь написаны, расписаны некоторые детали его жизни, которых нет ни в одной книге, даже в двухтомниках. Это рассказы моей матери, это моменты жизни Абдурагимбека. Коротко, но очень интересно. То, чего не было ни в одной книге до сих пор. Передо мной еще вот издание, разное время изданной книги профессора Мамедова Чамрана, который очень много писал об Абдурагимбеке Ахвердиеве. И вот его книга еще в 1979 году после издания он подарил мне лично на память и написал дарственную надпись. Я читал эти книги, и вот потом Чамран Мамедов издал вот этот двухтомник. Он очень здорово здесь, очень хорошо и графично расписал его произведения, какие произведения, как они писались, какую ими цель преследовали эти произведения в того времени. Поэтому я лично очень дорого ценю вот эти книги, которые уже многие годы нас украшают, наши полки. И есть еще двухтомник, этот, который Ахвердиеве тоже написано. Здесь также есть дарственная надпись, но ее автором этой книги являлся Кемран Мамедов тоже. Он еще, это было в 1983 году, он писал дарственную надпись, опять указал, что он писал для меня этот подарок, но написал на имя моей матери Фатимаханум, то есть это отмечал, что это особо он ценит, что Фатимаханум является дочерью, воспитанницей Абдурагимбека Ахвердиева. Мне кажется, что об Абдурагимбеке можно было говорить очень и очень много. Но я думаю, что то, что я сказал, этого достаточно, наверное, для того, чтобы узнать, что из себя представлял Абдурагимбек Ахвердиев для нашего азербайджанского народа. Я хочу внести некоторую поправку туда. Собственно, это не поправка, а добавление к тому, что я рассказывал о моем деде Бахрамбеке Меликаббасове. Я нашел документы, которые подтверждают, это архивные документы, справка, это архивный документ, который подтверждает, что будучи сотрудником Елизаветы Польской губернии, то есть это в документах Елизаветы Польской губернии была найдена справка о том, что Меликаббасову Бахрамбеку в Гёрусах выделен участок для строительства собственного дома.
И этот проект, тут написано, что в 23-м квартале города Гер-Усы выделен участок земельный для строительства дома, личного, собственного дома Великоббасову Бахрамбеку. Это было, и проект этот утвержден 18 августа 1894 года. И вот это второй документ, где, значит, где, да, да, здесь еще имеется документ архивный, который мы получили из нашего архива республиканского, в котором подтверждает, что в 1911 и 1919 годах Бахрамбек Асадбек Оглы Меликаббасов являлся владельцем медных руд, и у него не только в Зангезуре, но и в Караякских области имелись свои собственные прииски.